Привет, друзья! Привет, YouTube! Сегодня у нас такая кучка посылок. Здесь посылки, уже которые даже вот не распакованы, у меня лежат, наверное, полгода. Ну, такая, грубо говоря, фигня, но решил показать уже во всем видео. Итак, давайте пока все это отложим в сторону. Вот, хочу начать я с отличной вещи, которую я недавно приобрел, и душа, соответственно, не выдержала, и распаковал. То есть, это у нас идет отрезной резец с такими вот меняющимися сменными напайками. Напаечек в комплекте 10 штук. И вот такой резец. Смотрите, в каком чехле он идет. Вот в комплекте есть у нас ключ для зажатия самого непосредственно самой напаечки. И наш резец выглядит следующим образом. Вот. Один у него минус, конечно, есть. Это глубина реза. Давайте посмотрим, проверим размеры. Будем использовать наш штангенциркуль. Этому штангену у меня уже не помню сколько, наверное, года полтора, а может и больше. Итак, у нас марка 25 на 25 на 4, то есть толщина резца у нас должна быть вот 25 миллиметров квадрат. Тут то же самое. Так, что касаемо глубины реза, ну давайте хоть примерно прикинем нижнюю кромку. У нас получается 15, грубо, и 6. Ну и верхняя кромка примерно, да, острия на пайке 22, ну и грубо, и 7. 22,6. Так, какие нам тут размеры еще интересны? Вот этот размер у нас такой. Здесь, в принципе, без изменений, 25,4. И толщину на паечке я заказывал 4 мм. Вот, 3,99. Марка на пайке, я надеюсь, будет видна. Вот как-то так. В принципе, то же самое у нас и здесь. Кому интересно, можете отсканировать данный QR-код, зайти на сайт или куда там еще и посмотреть. Вот такой, значит, у нас резец. Визуально очень острый, вернее, не визуально, а тактильно. Так что могу смело рекомендовать данный резец. Так, отлаживаем в сторонку. Давайте посмотрим остальную хрень, которая нам приехала уже давно. Здесь я заказывал, по-моему, двухсторонний скотч. А нет, извиняюсь, не двухсторонний скотч здесь. А здесь, друзья, вот такая резинка. Я хотел под капот. Написано было типа 3 метра, а оказалось, там написано, то есть я лоханулся. Там написано, что скотч 3М наклеен, а размер только метр. И мне этого, соответственно, мало. Буду покупать заново. То есть Renault Captur, подкапотное пространство, двигатель от впереди идущих автомобилей забрасывается грязью. Вот хочу наклеить такую резиночку. Так, здесь я лоханулся. Давайте дальше. У нас сегодня так больше инструменту посвящено видео. Заказал себе зеркальце новое. У меня было такое кругленькое, маленькое, металлическое. Решил прикупить вот такое. Тоже телескоп. Примерно длина телескопа, ну, примерно плюс-минус метр. И вот такое зеркальце. Зеркальце, что мне понравилось, с подсветкой. Бывает, варишь где-то сверху глушитель и нечем посмотреть, а так включил подсветочку. Вот. Довольно яркая подсветка. То есть для участка шва достаточно будет. И посмотрел там сверху, что где делается. Так что, друзья, очень удобно. Так, зеркальце у нас ясно. Что у нас дальше с зеркальцем пришло? Давайте смотреть. Так, прикупил еще магнитик. С магнитиком я тоже лоханулся, но магнитик достаточно удобный. В принципе, и не жалею. Прикуплю еще, наверное, один магнит побольше. Вот этот магнитик маленький, удобный. Тоже телескоп. Очень удобно, друзья, когда, не дай бог,
но мне приходилось это часто делать, высверливая свечу зажигания или что-то в этом роде, и достать все опилочки у нас из цилиндра. Достаю опилки из цилиндра и потом проверяю эндоскопом. Эндоскоп у меня где-то был обзор уже, давным-давно он у меня есть. Можете посмотреть, поискать на сайте. И, друзья, прикупил немножко мечиков. Вот такой комплектик. Визуально, еще не, ну, резать не пробовал, но визуально мечики очень достойного качества. Ну, просто очень достойного. Не знаю, как они себя поведут. Стоят буквально какие-то сущие копейки. Я уже, честно говоря, не помню, сколько я за них отдал. Ну, буквально копейки. У нас за такие деньги 100% не купишь. Думаю, прикупить еще. Вот такие вот мечики. Здесь от троечки до, по-моему, 10. До 12. Вот. То есть самые ходовые мечики. Постараюсь ссылочки на все товары оставить под видео в описании. Так, это нам не нужно. Хотя нет, не будем выбрасывать, будем слаживать сюда. Так, а что у нас здесь? А, тоже лежит посылка, уже давно вскрыта. Здесь я заказывал приспособление для заклеивания стекла лобового. Вот как это все у нас представлено и выглядит. То есть такой вот кронштейн на присосках, куда вкручивается у нас такой шприц дозатор. Здесь тоже силиконовая резинка. Устанавливаем куда-то на трещину или куда. Откручиваем сам поршенек. Ну и, соответственно, пару капель капаем клея. В комплекте у нас еще есть инструкция. И есть вот эти вот пластинки, которые потом накладываются поверх. Когда уже мы заклеим стекло. Капаем еще поверх трещины и накладываем эти пластиночки. Хотел клеить свое стекло. Там был маленький-маленький такой паучок. Буквально по миллиметру два усика. Но потом оно у меня лопнуло, пустило трещину сантиметров 50. И поеду я, друзья, менять все это дело по гарантии, по каско. Поэтому данная штука будет лежать и ждать своего часа. Если, конечно, не дай бог, не испортится. Так, с этим мы разобрались. И у нас еще одна. Так, что у нас тут? Ага. Тоже довольно интересный девайс. Хотел сделать эксперимент. То есть протестить этот девайс. Вот. Это тестер тормозной жидкости. Вы не поверите, но плохой тормозной жидкости я нигде не могу найти. Во всех автомобилях у меня она заменена на новую, поэтому, ну, нигде. А смысл добавлять туда воды и показывать вам я не вижу. То есть это получится обман. Поэтому я просто покажу, что я прикупил. Вот у нас есть два щупа. Все это, друзья, работает по принципу, так сказать, проводимости. Все мы знаем, что тормозная жидкость имеет очень большую гигроскопичность. Гигроскопичность — это то, что она имеет свойство со временем накапливать в себя влагу, воду. И, соответственно, чем больше воды, тем у нас больше показания. Вот здесь у нас в процентах 2%, так, 0%, меньше 1%, 2%, 3% и больше 4%. Так что вот как-то так. Если уже 3% и больше 4%, то это уже пора, друзья, жидкость менять. Так, вот такой девайсик. И вот такая у нас сегодня еще посыль есть. Опять же, кто смотрит мои видео, в принципе, недавние, это посылочка от фирмы Work Pro. Очень мне этот инструмент пришелся по душе. Не супер профи, конечно, но мне понравился. Особенно отверточки. Ножик вот мне приходил строительный. Вот так это все выглядит. Три штуки. Здесь, друзья, зажимные клещи должны быть. Давайте смотреть. Опять же, наша бумажечка с их рекламкой. Смысла показывать ее я особо не вижу. Опять же, спасибо. Такая же бумаженция. Здесь, кстати, есть вот Facebook, Twitter и Instagram их. Все супер. И, друзья, вот такие трое зажимных клещей. Очень нужная
хреновина в хозяйстве. Такие поменьше и 10-дюймовые. Значит, что хочу сказать с виду. Все губки, все сложены. Вот смотрите сами. Все просто в нолях. Не знаю, со временем, наверное, все это дело у нас разболтается. Давайте смотреть. Люфт. Люфт есть, но он настолько незначительный, что в работе это никак, друзья, не повлияет. Вот. А инструмент выполнен просто превосходно. Металл добротный. Металл добротный. Все сделано красиво. Эти ручки, конечно, наверное, в процессе работы у меня не то поплавятся, не то посползают. Работать приходится часто. И, как правило, вы все знаете, плоскогубцы, там клещи, все эти ручки у нас вечно все слезает. А так все, все просто отлично. Давайте попробуем что-нибудь зажать. Плоскогубцы за плоскогубцы стоять. Да, усиление маленькое, надо приложить. О! Изумительно, просто изумительно. Незаменимый помощник, друзья, в работе. Где-то что-то варить, надо какие-то две детали, тот самый, вместе сжать, чтобы... Ну, то есть, отличная получается третья рука. И вот такие маленькие, тоже где-то что-то в недоступном месте поджать. Вот просто удивительно, что в этих вообще нет люфта. Вообще, друзья. Странно, даже странно. Вот эти есть немножко. А в этих, в больших даже поменьше люфтик, чем в этих вот таких, я бы сказал, средних или маленьких. Ну, то есть, все, вы смотрите сами. Все сделано качественно и добротно. Вот данную штуку я могу смело рекомендовать. И вот эти щипчики, я думал, сразу нафиг они мне нужны, но теперь, посмотрев, покрутив в руках, я понял, что у меня бывают не то маленькие гаечки, вы сами понимаете, там где-то в глубине подлезть, поддержать. Бывают, кстати, штоки амортизаторные сверху шлиц, и не всегда есть ключик, там на 6 или на сколько, а вот этими плоскогубчиками, клещами, очень будет удобно все у нас держаться. Все, друзья, на сегодня это весь инструмент, который я вам хотел показать, в принципе, и рассказать. Использовал я и штангенциркуль, вот такой, очень мне понравился он, ни разу не подводил. Кого подводит, друзья, и показывает неправду, смело меняйте батарейку. На все эти товары я постараюсь дать ссылочки в описании под видео. А с вами хочу проститься. Кому понравилось, ставим пальцы кверху. Не забываем подписаться на канал. Все, друзья, всем пока, всем удачи, хорошего настроения летнего.